На конкурс дети читают стихи. Лысовская Алена, 14 лет, город Рязань. Наталья Шевченко, Рождество. А он лежал среди ягня, не на шелках лежал, на сене. Впервые тряпочный наряд, впервые дрожь в нежнейшем теле, впервые полной грудью вдох. Смешались запахи в едино: трава, сырые доски, мох, воск от свечей, навоз, овчина и молоко. Младенца крик в ту ночь пронзал собою вечность. Сын Божий к матери приник, приобретая человечность. В своей беспомощной плоти, себя приблизивши к творению, он мир увидел изнутри и в то же время стал мишенью. Вся тьма в движение пришла, когда в сарае том убогом любовь на землю снизошла. Сбывалось сказанное Богом. Ликуй, трубили небеса. Но мать с тревогой душевной могла ли понять, кому в глаза она тогда смотрела первой? Осознавала ли до конца, кого дыхание согревало, что сына самого Творца руками к сердцу прижимала? Была ли вера и покой, когда уставшая с дороги, стучась в гостинице сквозь бой, ждала от Господа подмоги? Могла ли знать в той суете и неустройстве этой ночи, что Бог в присущей простоте на ясный взгляд сосредоточен? О чудный вечер Рождества, такой не по-земному странный! Родился царь без торжества, пришел спаситель долгожданный, ни на коне и ни с мечом, на властелина не похоже. Таким естественным путем явился людям Агнец Божий. Никто предположить не мог, что тот, кто был обещан свыше, омоет столько грязных ног, пойдет к отверженным на днище, что он простит блудниц, воров, обнимет даже прокаженных. Из много непонятных слов он скажет толпам удивленным, что он решит вместо дворца и драгоценного убранства избрать иголки от венца и нищету вместо богатства. Что он, смирившись до крови, для каждого найдет ответы. И на запястья свои он примет гвозди, не браслеты. Ну а тогда ручонки те сжимали хрупкую солому, и, засыпая в темноте, Бог привыкал к пути земному. Все впереди, и боль, и смех. Он в нашей обуви пройдется, но победит собою грех и в душе светом изольется. Недолго будет жить среди нас, но что задумал, все успеет. Он нас поймет, он даст нам шанс, он ход истории изменит. Отныне будет мир другим, и наша вера не напрасна. Кто твердо следует за ним, над теми смерть уже не властна.